уже проснулись. Проснулись, уже начали собирать вещи, потому что сегодня у нас выезд. И вы не представляете, сегодня у нас выглянуло наконец-то солнышко. Ну, не совсем жарко там и прям тепло-тепло, но уже хотя бы не дождь и не так пасмурно. Вот. Так что мы сейчас будем завтракать, собираться. Коля с мамой, кстати, уже, по-моему, позавтракали. Вот. Я постараюсь сделать обзор дома, если я успею. Сейчас пойду тоже умоюсь, покушаю. Мы тут уже все складываем и будем выезжать. Тут уже, я думаю, что и по кухне мама, наверное, да, пособирала вещи наши. Вот осталась только посуда. Сейчас мы с Авелишкой кушаем. Коля с мамой пока будет собирать, уносить. У нас выезд здесь не как обычно, а даже попозже, поэтому, в принципе, есть небольшой запас. Ну что, все, мы выезжаем. Едем по этой улице, которая нас первый раз смутила, да, немножко? Я мимо, я мимо. Здесь такой домик красивый. Я даже не знаю, где мимо. Дочь, я их выключила, потому что они так шумят. Мяу-мяу твой. Не было мяу-мяу. Ты хочешь, чтобы в машине было включено? Ха. Деловушка моя. Все, мы выехали. Позвонила я администратору. Она сказала, да, я сейчас пойду прибираться. И все, посмотрю, как бы уберу. Можете ехать. Вот так. Варёк спит у меня на ногах, прямо едет. Варёчек, тут жарко, да, там прохладно. Мы уже в городе едем. Уже вот-вот дома будем. Тут вот этот дом так хорошо построили, пока нас не было. Прям много-много выстроили, мы заметили. Мы приехали домой, смотрите, все мои цветы живые, стоят, представляете? Ну, конечно, розочка немножко начала, но в целом вообще вид такой хороший у букетов. Вот этого, этого. Я прям вообще рада. Все цветы стоят, розочки немножко начали уже увидать, а остальные прям просто восторг. Все цветы живые. Я уже включила воду, мы перекрывали. Сейчас буду... Кстати, у нас сегодня должны... Ой, завтра. Завтра должны дать воду горячую. Потом можно будет кран этот убрать, нагревательный. Я уже перекусила. Сейчас Авелиночку кормит Коля. Вы представляете, мы обнаружили, когда приехали домой, что Коля забыл с багажника снять удочки. Когда он складывал вещи, получается, в основной большой багажник сзади нас, он положил на крышу у машины две удочки. Одна была его, одна папина. И он их забыл убрать внутрь. И понятно, что когда мы поехали, эти удочки просто скатились с машины. И сейчас их нигде нет. Он сейчас поехал, поискал, но, к сожалению, ничего не нашел. И вот мы загрустили прям, потому что одна удочка была папина. Обиднее всего, что Колину-то можно купить, восстановить. Да, вот то, что это папа оставил ему. Ну, как-то немножечко так грустно стало. Вот. Позвонили хозяевам, тоже они ничего не нашли, поискали там, говорят, посмотрели, но нету. Вот Коля вернулся вплоть до дома, там тоже внутри все поискал, посмотрел. Ну, в общем, безуспешно. На самом деле мы как-то отнеслись к этому. Сначала, конечно, грустно было, но я сразу поняла, что мы отдали удочками. Да, вот бывает же, что лучше отдай чем-то, да, чем нечто там другим, более дорогим тебе там. Вот, поэтому ладно, приняли ситуацию уже относительно, пусть будет так. У нас много, как Коля сказал, мы много что приобрели за эти дни. И имеется в виду, да, и у нас были и моменты, праздники, дни, да, и вообще отдых. Поэтому
Значит, так было надо. Ну и пошутили, что, видимо, щуку надо было отпустить. Ну что, я села монтировать обзор дома. Такой вот красивенький, да, с виду так вот смотришь. Особенно вот эта белая терраска. Буду сейчас монтировать. На самом деле, сегодня уже ничего не снимала. Хотела с вами попрощаться. Смонтирую обзор дома, выставлю. Кому интересно, пишите, сориентирую по контактам. Если вдруг кто-то из Иркутска или заинтересовался, у них вот несколько там, я смотрю, на территории видно, нету там, вот еще справа домик, он там виднеется. Вот. Молодец, доченька. Вот, так что буду прощаться на этом с вами, буду уже доделывать здесь дела по видео. Всем спасибо, кто смотрит нас. Всем пока-пока.